Ребят, это видео будет немного необычным. Вы, если не будете успевать читать текст, ставьте на паузу и посмотрите на то, как азербайджанцы общаются друг с другом на азербайджанском языке, и что они думают, как они живут, и о чем они мечтают в то время, когда их мысли не направлены на ложь для международного сообщества. Мы взяли два поста, азербайджанцы и азербайджанки, которые просто написали, что они против тех азербайджанцев, которые хотят насиловать армянских женщин и убивать армянских младенцев в утробах их матери. К сожалению, для этих людей, азербайджанцев, которые действительно обратили внимание на то, что подобное варварство недопустимо в 21 веке, и, в принципе, как бы люди, которые так думают, они опасны для любого общества, в том числе и для азербайджанского. Но они и представить себе не могли, какая реакция будет на то, что они написали, потому что, их аудитория просто утопила их в хейте, утопила их в ненависти. И, соответственно, любое вообще проявление какого-то милосердия со стороны азербайджанца в Азербайджане рассматривается как предательство. И вообще никакого милосердия ни для армянских женщин, ни для армянских детей в азербайджанском обществе неприемлемо. Я настоятельно рекомендую азербайджанцам, всем азербайджанцам, которые вообще в мире существуют, посмотреть один единственный фильм. Называется он «Кролик Джоджо». Это такая милая картина, которая в этом году номинировалась на Оскар и даже, по-моему, выиграла в номинации «Лучший адаптивный сценарий». В этом фильме рассказывается про маленького мальчика, нациста, который уверен, что единственная правильная философия — это нацизм, и, соответственно, он живет в этой парадигме, он думает, что и русские, и англичане, и американцы кушают детей, евреи — это такие люди с рогами, и вообще весь мир, кроме немцев, это просто какое-то исчадие ада. Русские от нас в двух шагах. Они хуже всех. Я слышал, они едят детей и сношаются с собаками. Ужас, правда? Секс с собаками? Да, англичане тоже таким не брезгуют. Нужно их остановить, иначе они сожрут нас и истребят всех собак. И, соответственно, складывается такое ощущение, что и в Азербайджане думают точно так же. И вообще в Азербайджане вот эта вот идеология мести, которая была взращена Алиевым, она сейчас находится просто на каком-то пике, на каком-то непонятном остервенении. Месть, только об этом и думают азербайджанцы, только и думают о том, чтобы убивать в утробах матерей армянских младенцев, чтобы Карабах был ваш, убивая армян в утробах матерей, Карабах станет вашим. Я не думал, что это будет так. В общем, посмотрите обязательно это видео, распространите его, и я надеюсь, что как можно больше людей не армянской и не азербайджанской национальности посмотрят это видео, сделают свои выводы. Все скрины, они взяты с реальных страниц, реальных людей. Скорее всего, после того, как выйдет это видео, они удалят это все, потому что в Азербайджане очень опасно выражать подобные мнения, и, соответственно, все равно интернет все помнит, есть логи, есть скрины. Не знаю, чем это все закончится для Азербайджана, но никогда подобные варварские цивилизации не могут в конечном итоге победить. Действительно, это цивилизационная война, и цивилизация, здравоумие, логика должны победить.
Ну, в общем, вы сами все видели, тут особо больше нечего по азербайджанцам добавить. Скажу лишь, что исправлюсь, будут новые видео на канале. Просто был занят с первого дня войны кое-какими другими делами, о которых не могу говорить публично. Но в целом, думаю, что и есть о чем поговорить и на канале, поэтому скоро вернемся к тому темпу, который был, 2 видео в неделю минимум, и, скорее всего, даже получится больше делать. Хотя сейчас, как вы видите, и в Фейсбуке, и везде мы стараемся производить какой-то контент. У нас работает огромная команда волонтеров. Следите за новостями, я буду говорить и делать публикации о том, где какие волонтеры будут нужны. В основном нам нужны специалисты. И, соответственно, будем побеждать, потому что другого выбора у нас нет. Как вы видите, азербайджанское общество не готово к миру. Оно хочет убрать с земли армян и, соответственно, жить по каким-то своим варварским законам, которые, ну, не знаю, в 21 веке это детский сад, что люди еще до сих пор не поняли, насколько тупо можно их разводить. Еще раз рекомендую всем азербайджанцам, смотрите «Кролик Джоджо». Этот фильм специально для вас, для ваших детей, которых с детства учат ненависти. Этот фильм специально для вас. Так, видите, там американцы. Поприветствуйте их. Давайте, бегом, живо! Йорки, Йорки! Поздравляю, тебя повысили. Вот твой пистолет. Иди стреляй во всех, кто не похож на нас. Молодец. Хорошо! Джоджо, почему не в форме? Вот, надевай пиджак, иначе свои же пристрелят. Мы убиваем все, что видим. Хайль Гитлер! Умри, дьявольское отродье!